Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.